Когда увидишь, что человек хороший, хочется ему помочь, понимаете? Когда познакомился с матерью потом, со всеми, да, родными, вот не знаю, как будто вот почувствовала себя вот в семье. Вот. И захотелось остаться. Но иногда этих, например, не, я даже не замечаю, что у нее нет рук. Вот, ну, не чувствую таких сильно сложностей, как обычно. Как-то, знаете, вот у нас все взаимосвязано. Один там так, все друг другу помогают, как-то вот так вот. Вот не скажу, да, что вот так вот тяжело. У нас получается один телефон, и вот они все вчетвером, да, по очереди в этом телефоне, да, сколько удается, потихонечку, кто мультики смотрит, кто как, кто это самое играет. Вот. Так ходить, конечно, у них мечта. Семью парня. Когда мой конец придет, не обидно было. Чтоб, ну, увидеть, что дети на ноги встали, пошли, чтобы сами себя хотя бы обслужить. Очень большое терпение, пожалуй. И даже если сразу не получится, на самом терпение. Терпение – полвера. Когда терпишь, Аллах испытывает, а потом дает. Я уже за 18 лет этого убедился.